жадный кот. Лиля и кот так соскучились по бабушке, что собрались в путь, не дожидаясь, когда с дорог сойдет снег, а на крышах растают сосульки. Герои казки, якую с задовольнением читает ученица 4 класса Ставокской школы Яна Иванова, как и звичайные казачные персонажи, сябруют и вандруют, радуются и расшаровываются, и навод будуют соправную школу. Хеппі-энд стал магчимым только про деятельность податковых органов, из яких крыниц мамы и таты отремливают заработные платы, на какие сродки будуются и працуют школы и дитячие садки. Отремать отказ на всех это питание в ушни Ставокской школы смогли под час акции по повышению финансовой грамотности с уделом супрацовников податковой инспекции по Пинскому району. Задача не стоит в том, чтобы увеличить поступление платежей в бюджет. Мы тем самым закладываем фундамент, то есть воспитываем подрастающее поколение для того, чтобы они росли достойными гражданами своей страны и понимали, для чего нужны налоги, для чего их нужно платить. Як функционує податковая система, на які сродки Україні дійнішуюся армія і врятувальні служби, медицинські установи. У гульнявої формі діти знайомилися з азами фінансової грамотності і навіть отримали подарунки з рук гостей у вигляді книг казок дітям об податках. За налог платить деньги, тогда люди живі і здорові. Коли дають нашим мамам деньги, то і чуть-чуть дається учителям. И кто в больнице работает. Чтобы все работали, получали деньги, чтобы все было хорошо. Хотелось бы еще отметить тот факт, что в рамках сотрудничества инспекция по налогам и сбора в учреждении образования была передана компьютерная техника для того, чтобы еще больше дети стремились познать какие-то новые знания именно в финансовой грамотности, потому что на сегодняшний день это, естественно, очень актуальное направление работы. Мария Кобіс, Юрій Пєчур, Олександр Дяшенко, телерадіокомпанія «Брест».